Всем привет, с вами я, Влад Каменский, со мной еще Сега, и у нас тут появилась такая идея. Вот у нас в городе есть куча воркаут-площадок, но на них толком никто не занимается, но так приходит там в баскетбол поиграть или что-нибудь еще такое поделать. И мы очень подумали, почему бы не привести наш город к спортивному образу жизни. У нас много как бы подростков ходит, занимается, но чисто либо под давлением родителей, либо сами, если я, конечно, ошибаюсь, но я могу ошибаться. И мы, в общем, планируем какие-либо усилия для этого приложить, чтобы все у нас было классно. И сейчас мы будем, в общем, учить людей как бы обычным элементом подтягиваться. И я думаю, то, что присоединится еще народ, которым будет это все интересно, и все получится очень классно. Сейчас мы ищем человека, собственно, которого будем учить подтягиваться. Сейчас проведем такой, можно сказать, мини-конкурс среди таких фиговеньких подтягиваний. Но, в общем, посмотрим сейчас, что у нас получится. Привет, подтягиваться умеешь? Да. Все. Подтягиваться умеешь? Да. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. На первый, второй, третий, четвертый, пятый. В общем, мы решили и будем тренировать Никиту. Че, готов заниматься спортом? Да, готов. Умеешь хоть немножко подтягиваться? Ну такое. Ну, в общем, сейчас будем проводить. Как бы для него первую тренировочку по подтягиванию, также все остальные подключатся, ведь мы возвращаем город к здоровому образу жизни. В общем, и еще будет такой эксперимент. Посмотрим, что станет с Никитой через месяцев 10 тренировок. В общем, сейчас надо Никите провести маленькую разминочку, потому что на улице достаточно холодно, и он, короче, может замерзнуть. Вот, и поэтому тут народу, короче, много, все шумят, поэтому могут быть помехи со звуком. И сейчас мы его немножечко разомнем. Сейчас, в общем, мы будем подтягиваться, но у нас по-прежнему идет разминка. Сейчас Никита будет у нас разогреваться. Ёкарный бабай. Мы, в общем, разогреваем Никиту. Давай, запрыгивай на турник. Хоть какими-то движениями начинай подтягиваться. Пытайся, да, ты зачем спустился? Ты должен просто подтянуться и там зависнуть. Просто подтягивайся и зависай. Вот, зависай, держись, держись. И медленно спускайся. Сейчас давай попытка номер два, пытайся также подтянуться и зависай. Обычно. Давай, пытайся. Прошло достаточно много времени, пока Никита это учился делать, но все-таки у него получилось это сделать, и, конечно, это очень классно. Сейчас, в общем, мы научим Никиту делать лесенку. На улице достаточно холодно, я уже одел этот анорак, потому что что-то замерз, я не знаю, как он не замерз, он просто в шортах тут. Просто это русская сила. Ну, это его слова, то, что это русская сила. Я не знаю, кому не холодно реально. Но сейчас будем его учить.
Вот так вот проходят наши тренировки. Никита почти научился подтягиваться качественно. Ну, у него сегодня уже получился один раз, но он будет с каждым разом делать все лучше и лучше, если вы поддержите этот ролик лайками. Также я хотел сказать то, что мы собираем команду, которая будет ходить как бы на тренировки и будем продвигать спорт в нашем городе, ведь спорт это классно. В общем, скажу еще пару слов. Как бы будет проходить у нас вот эти вот тренировочки, будем все вместе собираться, тренироваться, и все будет очень-очень-очень классно. Ну, я думаю, вам понравилось это видео. Поставьте лайк и напишите коммент. Но мы, конечно же, для вас постарались. А с вами был я, Влад Каменский. До новых встреч!